пятой серии второго сезона сериала «5 минут тишины» в Карелию приезжают уфологи из Москвы в надежде на инопланетный контакт. В Лесойне видят висящие в воздухе светящиеся шары, а затем происходит взрыв. Начальника группы взрывной волной отбрасывает в расщелину, где ему зажимают ногу. Коллеги вызывают спасателей. Грег проводит анализ воды из реки и находит там соль ртути. Спасатели догадываются, что причиной тому завод, стоящий выше по течению реки. Сын мэра Борис берется организовать свадьбу для Лины. Показывая красоты Карелии, он привозит ее в заброшенный пионерский лагерь. Там Борис попадает в ловушку и оказывается висящим на дереве вниз головой.